В преддверии нового учебного года практически все школы проходят процедуру обновления. Где-то косметический ремонт, где-то капитальный. В 11-м лицее сегодня меняют кровлю на крыше. Уже завершили основные работы. Компания, которая делает ремонт, на данный момент заменила всю кровлю, заменила несущие конструкции. Сейчас укладывают утеплитель внутри здания. И на данный момент ведутся, скажем так, работы по замене конструкции кровли. Это ограждение, водосточные трубы, ну и прочие детали. Параллельно с кровлей проводят косметический ремонт. На данный момент он завершен на первом этаже. На всю администрацию Химок выделены немалые деньги, чуть больше 3 миллионов рублей. Все работы по плану должны быть окончены не позднее 25 августа.